Привет всем! Сегодня покажу, как я открыл данж. Дом у пруда и заодно можно получить достижение. Для начала нам нужно повернуть 4 стрелки на свои столбы. Если у вас есть бейдоу, то будет это сделать очень легко. Ну а если нет, то берем электрогранум. Например, стратегии такая, берем электрогранум. И по птичке перемещаемся на другую сторону, чтобы активировать стрелку на противоположной стороне. И потом берем опять электрогранум и по бокам. Возле себя, где берем электрогранум, в последнюю очередь. А так как я уже свои двигал стрелки, у меня будет быстрее. После этого нужно электроперсом активировать столбы. Прыгаем вниз, и тут не спешите, чтобы не кончилась стамина выносливости. На стенках нужно будет активировать 3 кнопки. Короче, смотрим. Всем пока!